Привет, Таня. Привет. Как дела? Рада тебя видеть. Как настроение? Вообще, Берг, что там, Аша? Не жарко? Не холодно? Нет, вообще. Ну, жарко, но я люблю, когда так. Ты любишь, когда у тебя жарко. По-моему, поэтому, да, у тебя, по-моему, трое детей. Ты хотела, чтобы у тебя жизнь была такой жаркой, такой, ух, горячей. А кто дровишек подкидывает-то? Ну, конечно же, муж. Да. Такой он вообще прям. Да, такой, да, прям? Тань, ну, скажи, каково быть мамой?